только что видел в поисковике такую вещь. Мафия 3, 30 FPS. Вторая по списку идет. Сначала идет Мафия 3, просто Мафия 3. Потом Мафия 3, 30 FPS. Только потом прохождение. И сейчас я покажу, как же поднять FPS Мафии 3. Для Steam-версии вышел патч. Наверное, для пиратки тоже. Но нужно перекачивать теперь ее. Потому что ее все равно хакнули в день выхода. Но в любом случае, ну, у меня Steam-версия. Кстати, они не исправили штуку, когда сворачиваешь и разворачиваешь игру, у тебя дроп FPS происходит. Вот это они не исправили. Ну, в общем, у меня видюха говно, поэтому у меня вытянуть 60 FPS не получилось на ней, так как требования минимальные слишком высокие были. Но, в общем, для того, чтобы их действительно поднять, потому что в помещениях, и когда камера направлена вверх или вниз, у меня 45 FPS. То есть в любом случае лог на 30 уже снят. Значит, разрешение... Можно уменьшить разрешение, конечно. Я играл на уменьшенном разрешении, но лучше, я думаю, не надо, потому что все-таки патч вышел. Если у вас нормальная видюха, то все потянет. Теперь можно изменить частоту кадров. Либо без ограничений поставить. Либо 30-60. Я поставил 60, но у меня все равно вытягивает 30. Так что без вариантов. Глубину резкости можно выключить, чтобы поднять FPS. Поле зрения менять не надо, потому что чем выше будет поле зрения, тем больше, соответственно, будет тем больше будет повышаться производительность. Соответственно, этого не надо. Общий шаблон качества. Можно поставить, в принципе, низкий, но, не знаю, я поставил оптимальный. Пускай будет так. Полный экран. Вертикальную синхронизацию нужно выключить, потому что так надо. Отключил в GTA, FPS с 30 до 90 взлетел. Объемный свет тоже можно на низкий поставить. Размытие в движении оно не нужно абсолютно. И самое главное, Mafia 3 на низких выглядит очень хорошо. То есть вот сейчас играю в нее, вообще почти разницы не замечаю. Притом видел ультра, но я почти ничего нового там не увидел. Может, там какие-то прорисовки морщин Линкольна Клея были. Я не знаю, но в принципе на низких играть очень хорошо. Ну, если хотите вытянуть графон, можно, допустим, геометрическую детализацию поставить на высокие, допустим. И какие-нибудь, может быть, объемные эффекты. Вот качество отражений и качество теней точно лучше на низкие поставить. Они не особо влияют. Так что теперь с новым патчем можно вытянуть больше FPS-а. И лог, в принципе, снят. Но здесь больше, в принципе, ничего нету. Настройки игры, но это уже немного другое. Вот. Так что вот так вот изи можно поднять FPS. Ничего не трогая, не ставя в диспетчере, получается, приоритет высокий. Просто они выпустили патч. Так что пираты, перекачивайте мафию.